спонсор прогноза погоды сети языковых курсов Speak Today. Уже более 8 лет на рынке образовательных услуг. Английский, испанский, немецкий и французский, а также широкий спектр дополнительных услуг. Подготовка к сдаче ЕГЭ, международного экзамена, изучение иностранных языков за рубежом, группа продленного дня для школьников. Speak Today – это общение без границ для всех и каждого. Город Таганрог, улица Дзержинского, 152А, телефон 62-12-05. И о погоде. На следующей неделе в Таганроге будет ясно, температура воздуха колеблется от 15 до 20 градусов тепла. В Москве пасмурно, дожди, температура воздуха плюс 13-15. В Краснодаре будет малооблачно, небольшие осадки, температура воздуха плюс 20-23. В Севастополе малооблачно, температура воздуха плюс 21-22. Вся жизнь Таганрога на интернет-портале taganrog.tv.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи!